Вот и сзади все красиво. Все беленькое, беленький туннель, который я тоже часто фотографирую. Там тоже все беленькое. Я думаю, когда детишки сегодня будут гулять и играть, и они будут просто в восторге. Потому что это вот именно нарисованная. Это как нарисованная зима. Ой, я уже снег набрала. Мне даже страшно представить, сколько сейчас времени. Потому что я жутко торможу. За счет того, что он вообще не хочет уходить с улицы сегодня. Потому что каждый день бегаешь. Каждый день какая-то такая слякоть. И не такая погода. Но сейчас тепло, красиво. Сейчас снег лепится, я думаю, просто шикарно. Снежки лепятся, в общем, все лепится классно. Как говорится, гуляй не хочу. Но для того, чтобы так вот гулять, нужно быть либо школьником, прогуливающим причем, ну, как минимум, либо студентом, либо безработным. Причем не ленивым, потому что надо выйти, значит, на улицу. Вот, ну, работа по очистке снега. Не буду смущать, потому что я помню, как я так снимала, причем не снимала, даже, ну как, фотографировала. И там подошли ко мне: «Ой, что за чего фотографируете?» Серии, что вы делаете? Она что, работу проверяете или что? Я так, да, я просто красиво. Просто фотографирую, потому что красиво. Там тоже выпал снег. И было очень красиво. Но не так красиво, как сегодня. Ну, хотя похоже. Но нет, там сейчас красивее. Потому что такой толстый слой снега. А, несмотря на то, что сейчас минус 2 градуса, все равно, когда идешь потихонечку, конечно же, начинаешь немножко мерзнуть. Но все равно красиво. Причем ветра такого особого нету. Просто приятно. Так. Это стоит. Стоят те, кого обычно не стоит, кто обычно здесь не стоит. Явно работают поблизости. Вот она, дорожка беленькая. Все еще беленькая. Ой, надеюсь, я так отвлеклась чуть-чуть на людей. Смотрю все это в реальности. Немножко камеру опустила. Ну, все белое. Ну, была бы такая зима почаще. Нет, я не спорю, что если у нас будет толстенный слой снега и льда, это будет тоже тяжело смотреться. Ну, даже не то, что тяжело смотреться, надоест. Да и гулять по такому толстому-толстому слою снега будет тяжеловато. Потому что я помню зиму, когда вот здесь вот образовывался снег, где вот эти скамейки прям утопали в снегу. Ну, да и сейчас они тоже утопают. Что удивительно, кстати говоря, прошло всего сутки или двое. Это была песочница. Сейчас это снежница. Интересно, кто-нибудь из детишек и родителей дают лепить какие-нибудь снегокуличики? То есть обычно из песка кулички лепят.
А это были бы снегокуличики. Тик-тик, продираюсь сквозь вот эту дорогу. Иду. Блин, классно. Красиво. Идти и не трясти камеру, это очень проблематично. Вон птичка. Если видно. Она прыгает на ветках. И светок сбрасывает снег. Увеличить не могу. Проблематично. Там же пальчики уже чуть-чуть замерзли. Вот, то есть идти не трясти камеру, когда ты проваливаешься в сугробы, очень сложно. Но и не снимать вот эту красоту тоже не могу. Это выше моих сил. Тик-тик-тик. Это пока не сильно отморозил ручку, решила поснимать. Но в любом случае, скоро дойду до работки. И что я сделаю? Все отогрею. Пока можно так вот раз и поснимать. Везде красиво. Везде беленькое. Машинки не финичищенные. Хозяева придут обрадоваться. И вряд ли они будут так же рады, как я. А в такие дни вообще не... Если очень хочется машины, то будешь ехать, будет красиво. Но, скорее всего, придется стоять в пробках из-за очень-очень большого количества снега везде. Потому что здесь-то я иду. Вот здесь убирают очень часто и быстро. До сих пор не убрали. Я уж боюсь, что творится на дорогах. Фиг. Все на красиво. Ти-ти-ти. Иду, приду. Тик. Вот уже чистые машинки. Явно. Ну, вот эту машинку явно поставили. Хотя. Вот. Чистые машинки. Это машинки, которые... Хозяины которые уже пришли и проведали их. Либо ездить на машинках. Причем не боятся ездить в такую погоду на машинках. Не, реально думаю, что это безумно красиво ехать по такой дороге по Москве. Здесь был переход. Сейчас попробую перейти. Я перешла дорогу. На дороге я обычно смотрю только на дорогу и на машины. Я их в камеру уже не смотрю, поэтому бывает часто, что вообще непонятно, что там видно. Но безопасность все-таки превыше. О, Надя закопался. Фонтанчик. Так. Иду. Никак не дойду. Так. Учитывая, что здесь техника обычно убирают. Странно, что еще не убрали. Потому что они очень часто ездят.
эта съемка для всех любителей зимы. Ой, собачка зявкает. Шпиц, если не ошибаюсь. Но шпица красивая. Кто бы что бы ни говорил. Очень красивая. Здесь тоже красота. Если бы моя подруга была на работе, мы бы обязательно в обед сходили бы пофотографировались. Но она сейчас далеко. О, все это красиво все-таки. Но идти по заснеженной дороге сложновато. Но я почти преодолела этот путь, поэтому могу чуть-чуть еще показать зимой. Надеюсь, камера не сильно трясется, потому что я проваливаюсь в снег. И такое чувство, что я постоянно трясу. Вот. Так, вот она еще. Преодоление препятствий. Это, конечно, может быть не так видно. Но на самом деле здесь такой слой снега, который еще надо пройти. Вот она, частая картинка, которую я фотографирую. Это вокруг. Люди тоже придут. Красота. Красота 2018 года. Мне везет, что у меня есть перчатки. Перчатки очень спасают в такую погоду. Вообще зимой спасают, да и осенью, весной тоже. В общем, я не самый большой любитель мерзнуть. Так, я иду, приду. Скоро дойду. Причем забавно, когда я возвращаюсь домой, уже, как правило, темно. Неужели так не поснимаешь? А утром я спешу на работу, и тоже особо не поснимаешь. То есть такой замкнутый круг. Такие кустики. В общем, деревья все такие красивые. Здания красивые. Все классно. Ки-ки-ки. Так, сейчас еще чуть-чуть буквально поснимаю и выключу. Потому что осталось чуть-чуть. У меня, по-моему, вот этих записей пути уже прилично. Причем разных сезонов старалась. То есть у меня есть лето, у меня есть осень, зима. Вот насчет весны не знаю, но, по-моему, тоже есть. Потому что весна, она не самая красивая для съемки. Она красивая только в конце, но как она в конце выглядит, это скорее больше уже лето. Все. Еще немножко. Еще чуть-чуть. И я дойду. Здесь тоже все завалено. Все завалено снегом. Ау. Вот деревья. Такси, которым в последнее время очень часто пользуюсь. Ну, не обязательно им, а вообще в целом такси. Так. О! А вот здесь уже немножко почистили. Здесь уже можно пройти так. Но здесь, наверное, уже шумно.
Даже страшно смотреть на часы, сколько сейчас времени. Это заварище снежное. Все. Ладно, еще одно преодоление препятствий. Здесь тоже все почистили. А вот я уже почти все. Вот она. Все беленькое напоследочек. Ладно, не упасть. Все. Еще 3 метра сниму, не хватит. Зимний переход. О, вот даже на стенах. Даже на стенах снег. Так. Еще немножко зимней дороги. Вот красота. Я скоро не пойду. Тут главный вход. Но за забором. Поэтому, чтобы попасть сюда, нужно сначала пройти другое время. Трансляция 31 января 2018 года закончилась. Дальше вход закрыт.